Семена тысячелистника обыкновенного Red Velvet привлекают садоводов необычным внешним видом взрослого растения. Оно вырастает до 75 см в высоту при благоприятных условиях. Растение украшено зелеными листьями продолговатой формы и цветками диаметром 0,7 см, собранными в корзинке. Лепестки цветков красные, что выгодно выделяет их на фоне зеленой листвы. Пик цветения приходится на лето, начинаясь в июне и заканчиваясь в середине сентября. Высаживать нужно на хорошо освещенном месте, чтобы побеги не мешали другим растениям. Также на ветках образуются плоды шарообразной формы после того, как цветение завершилось. Тысячелистник обыкновенный Red Velvet – это многолетнее растение высотой 50-75 см. Цветок лучше всего подходит для ракариев и может достигать до 50 см в диаметре. Тысячелистник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для щелочных почв. По типу ствола тысячелистник обыкновенный Red Velvet можно отнести к группе низкорослые. Расцветает тысячелистник обыкновенный Red Velvet в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен в ярко-красный цвет. Лист этого прекрасного растения по форме перисторассеченный. Весенняя окраска листочков зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.